tres, más la cama de metal. Y si puedo, muy rescato mata. Ребята, привет! Мы на канале Мистер Самоверчик. Ребята, где я? Где ты? Ребята, а где Самоверчик? Мы что видим? Вот он! Привет, лапочка моя! Привет! Что ты сегодня ребятам хочешь рассказывать? Это! А что здесь? Расскажи. Это собака, это дерево, это цветочки. Это машина, и это веревка. Машина, собака, дерево. Срубили дерево, да? Да, и это веревка. А вертолет тоже здесь есть? Да. И вот что-то еще, ага. И вот возле, и вот собаку везет. Понятно, это 3-in-1. Это мы можем сложить что-то одно. Мы можем делать или машину, или вертолет, или еще что-то. Но мы что будем, это что хочу. Ты хочешь? Машину, да? Джип, да, такой? Это хочу. Машину. Хорошо. Ребята, сейчас мы с Самоильчиком сложим и покажем вам, что у нас получилось с этой коробки. Покажем? Да. Ну, давай открывай, котеночек. Открывай, малыш. Вот, открыто. Высыпай, что у нас там? Сколько пакетов здесь? Это одно, другое и третье. Один пакет, другой пакет огромный. И там дети. Еще внизу, внутри пакетики. Да, хорошо. Что, ребята, мы начинаем слаживать с нашим маленьким любимым Самуилом. Выбирай, малышонок, что ты хочешь слаживать, какую вот с этих трех. Одна книжечка. Другая и третья. Что именно мы будем слаживать с тобой? Я в машину. Машинку. Значит, берем машинку и открываем. Так? Да, значит, да, правильно. Так? Угу. Как раз как на рисуночке здесь. Умничка ты. Саночек сделал дяденьку уже, вот. И собачку. Собачка, собачонка уже у нас есть. А теперь саночек делает по чуть-чуть машинку. Молочинка-то моя. Сынулька, сделай колесико. У меня не получается. Вот еще одно колесо осталось, еще одно. Еще два колеса нужно доделать. Так? Угу. Ой, не так. Самоильчика, умничка у нас делает колеса, все делает. Спасибо, сынок. Получается, малыш? Да. Отлично. Еще одно, да? Ура, ребята! Показывай, сынулька, что у нас получилось. Машина. У нас получилась вот такая машина. Такие колеса. Здесь, где молоток у нее, малыш? Наверху прицепленный. Вот, сзади баллон и канистра. Баллон с газом, канистра с бензином. А впереди что? Покажи, где лопата. Колесо. Вот. А ну-ка, можно? Такой крючок. А как он раскручивается? Вот этот колесико крутится, и он закручивается сюда. Да, это колесо там, да. А это колесо тут. Угу. Оно спустилось, и надо
И это взяли и, вот. И это положили сюда. Да, лопата прицеплена еще здесь. Вот так. А где наша собачка, сынулька? Собачка, где, где мы, что мы сделали, а? Собачка, где? Все, потерялась собака. А вот она. Вот. Какая собачка вот где она. А где дядя? Вот, я ее люблю. Да, он очень любит собачку хорошенькую. А это дерево у нас вот растет. А где-то, а вот еще дерево, тоже другое. И его надо крючком зацеплять и тащить. Ну-ка, ты можешь, вот, а вытяни, смотри, когда вытягиваешь, то не надо крутить, а просто так тяни, только чуть-чуть, в другую сторону надо. Ага, ага. Оп. Ого, какой он огромный, длинный. Так, зацепить. Зацепил? Да. Теперь... Давай, а ну-ка, так тянуть можно. А колесом трос затяни, а ну-ка, покрути колесо. За... Другую сторону, малыш. Давай, давай, молодец. Вот так работает, ребята. Здесь нужно крутить колесом. Отлично. Еще один кусок остался. Это просто дерево, пенечек такой остался и цветочки. Ну вот у нас все получилось точно так, как на этой картинке. Собачка, дядя. Вот, вот такая машинка получилась из самолетчика. Он молодчинка. И немножко даже у нас лишних тут пальцев вышло. Вот, мы их спрячем, вдруг надо будет. И бинокль надо нам. Бинокль нужен, да. Нравится, сынулька, тебе эта новая машинка? Ой, что это? А как она здесь тянет? Вот куда? Все. Все. Кусочки дерева валить. Угу. Надо. Машина достанет до него. Только нитку не порви, а то у нас такая тоненькая ниточка. Это трос такой.